Дисклеймер. Привет, и это ведь сегодня мы с тобой продолжим проходить Лего Бэтмена. Так, свободная игра у нас, и, по-моему, да, мы тут еще не все прошли. Что у нас по миссиям? Третья у нас вся есть, первая вся есть, вторая. Вот вторая у нас, конечно, вообще ничего нет. А, это еще и... Да, это будет очень быстро. Возможно, две миссии успеем пройти. Угу. Конечно, это мы уже все читали. И погнали. Нет, я хочу Робина, потому что у него появляются вот эти вот стреляющие штуки, которые нам иногда просто необходимы. А еще учитывая, что у нас теперь X8, то вообще монеты мы тут, конечно, накопим нереально. Правда, они нам уже и не нужны здесь. Так, допустим, хорошо. Сейчас давай сначала совсем разберемся, что здесь есть. Да, что я могу тут сломать, что не нужно ломать. Это кто? А, это враги. Все нормально. Что ты, крокодил, и какого фига все вообще? Это черепаха или кто это? Ну, давай, лети. И тут давай тоже лети. Нормально, а то что-то до этого не ломалось. Блин, там надо нить. А, все, он успел, хорошо. У серебряной, я думаю, как-то мы разберемся, как сломать правильно. Наверное, Бэтменом надо. И... Понятно, ничего. Ага. И, наверное, серебряный... Вот это что такое? Так, хорошо. Сломали, давай, серебряное сначала попробуем сломать. Да твою мать. Ненавижу. Оно еще взорвалось. Еще и не то, что надо взорвало, зашибись. Так, давай-ка, вот так. Так, уйди, уйди, уйди. Так, хорошо, отлично. А почему я... Почему я это еще на сюжете не забрал, интересно. Ладно. Забираем бомбочку и ломаем ворота. Не, реально интересно, почему на сюжете мы это не могли собрать. У нас-то все было для этого. Ладно, пускай, допустим. Так, это, скорее всего, нажимать. И я надеюсь, что нажиматься будет нормально. Так, нет, возьмем Робина, потому что... Нет, 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 нет. Он хотя бы поворачивает нормально. Так, это, я так понимаю... Нет, никак не работает. Ладно, потом, надеюсь, разберемся еще. Так-так-так-так-так-так-так. Ага. Че, слушай, вообще ничего нет, что можно было бы сделать. Так-так-так-так. Допустим. Мы под мостом еще не можем проехать, зашибись. Конечно, да. Верю-верю. Очень верю. Так-так-так-так-так. Ну, туда, через верх мы еще, конечно, перепрыгнем. Но сейчас надо решить, что вот здесь вот сделать. Как? Точнее. Вот что вот здесь? Ну вот каким образом? Может, что-то побольше надо, я не знаю. Давай так. Но это должно дотянуться, правильно? Да, побольше, блин. И мне надо, чтобы меня убили, я тут опять возродился. Какие тут ублюдские все-таки кнопки, слушай. Ну вот, ну, блин, ну не достает. Либо что? Либо что-то не то делаю. Может, тут нырнуть пингвином надо. Да, что-то... Звук стрельбы есть? Да, понял. Надо было вот этого вот коснуться, ладно. Что там, Бэт, лодка, где она там? Ага, вот пускай она и будет. Так, есть, это тоже есть. Все, и вот это вот можно будет поломать. Так, ну эту, скорее всего... А, нет, все нормально. Я думал, это опять надо будет Бэтменом лететь, чтобы сломать специальной бомбой. Так, хорошо. Пародию на Титаника я оценил. Ну и чё? Наконец-то. Еще хер дождешься своей награды, слышишь? Ладно, все, теперь можно туда лететь. Я уже вижу стрелку у нас. Так, я не понял. Заколебете. А как мне надо было перелететь? Если мощности не хватило. Так, это что-то я не заценил. Может, только Бэтмен может перелететь. И он уже откроет каким-то образом Робину путь. Да, это именно Бэтмен должен полететь. Хорошо, тогда сейчас надо найти... Хотя, зачем, правильно? Он может тоже взять Бэтмена, лодку, перелететь и потом переключиться на Робина. Хорошо, это мы тоже переломали все.
Ой, видимо, он как-то сломал все-таки это. Да и так. Да хватит прыгать. Вот эту штуку, я так понимаю, это надо вон там вот бомбочку взять. Хорошо. Хорошо. Ага. О, и чё ты? Наконец-то. Здорово. То есть мне надо было, чтобы по мне 10 раз постреляли, чтобы я мог забрать эту фигню. Вот эту вот как фигню достать, а? Так, а тут... А где Робин? Подожди. Ой, полудурок. Ладно. Или это все, это все-таки Робин должен? Да, отлично. А, один из трех. Фига ты. Жесткий, конечно. Так, где там Бэтмен? Ага. Берем эту фигню. Сейчас взрываем и дальше плывем. Не-не-не-не-не. Как мне это сделать, чтобы оно вот так вот? Хорошо. Разворачиваемся. Так, ну по идее еще сколько там? Небольшая локация, правильно? Да? Не, смотри. Судя по тому, сколько мы собрали, должна быть довольно-таки большая еще. Нет, дайте, я сразу переключусь. Вот так вот. Это хотя бы стреляет нормально. Вот так. Хорошо. Это мы тоже все сломали, там выплыть нельзя. А здесь, я так понимаю, из-за кислоты может проплыть. Кто он там? Где он там? Крокодил, вот он. Ага. Так, а как нам тогда этот металлический сломать? Что-то я пока этого не знаю. Ладно, с этим, я думаю, разберемся. Туда мы тоже не можем проплыть. Так, ладно. Так, так, так. А как нам туда надо забраться? Это что-то прикол, не понял. Так, ну тут мы не взорвем, это понятное дело. Значит, скорее всего, тут что-то подобрать надо, да? Так, так, так. Тут серебряное мы это еще взорвем. Это фигня вопрос. Это Бэтмен нужен. Он кого-то хрена переключился. Угу. Так, ну это огромная локация, но надеюсь, она сейчас не захлопнется. Какого хрена он плавал за мной только что? Ладно, давай. Ага, сделали. Здорово, что оно взорвалось еще до того, как я выстрелил из этой пушки. Они заколебали уже, честно говоря. Так, давай вот здесь вот. Хорошо. Вот. Вот эти пока мы все активируем. Все четыре не будут. Потому что нам надо как бы выиграть еще. Давай так. Хорошо. Так, так. Пока я не вижу, что мы можем зацепить, собственно, Бэтменом. Так, так, так. Вот эти вот враги бесишь, они бесконечно появляться еще сейчас будут. Вот, 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 нашел. Дебила кусок. Да развернись ты еще. Давай вот так вот. Хватай. Все, все, я надеюсь, сейчас мы спокойно можем проплыть. Да, это мы сейчас еще сломаем, конечно. Так сначала нам надо туда. Ой-ой-ой, давай аккуратней. Не-не-не-не-не, туда я не вижу смысла пока. Вот сюда вот плыви. Мне кажется, мимо сейчас проплывет. А как мне тогда сюда закинуть, если тут кислота там? А, тут оно и есть, серьезно. Мне надо как-то дернуть ровно вперед ее, чтобы она поплыла прям четко к цели. Давай вот так вот. Вот так вот, например. Сейчас смотри как. И вот так вот. Стоп, 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 стоп. Нет. Надо как-то аккуратно откинуть, еще, чтобы этот еще идиот не попался. Попал, 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 попал. Я слышал. Ну ты же можешь плавать? Нет, ты в кислоте не можешь плавать, зашибись. Ну а где тогда кто? Ну вот ты. Ага. Так. Теперь осталось понять, как вот здесь. Предположим, здесь тоже нужен Бэтмен с его бомбой. Аккуратно. Хм. Ну и как я тут... Ну смотри, тут написано, что типа какая-то пещера, да? Фиг его знает какая. Как туда заплыть. Ладно.
Эка, попробуем под... Пошли пока в эту сторону и предположим, что вот здесь вот, например, не знаю, можно как-то закинуть. Ладно, давай попробуем разобраться. Я заколебал, повернись уже. Так, да. Ой. Давай так. Оп, не туда. Стоп, 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 повернись. Нет, 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 не задевай их. Вот, вот, вот сюда вот. Куда она улетела? Ага, вот. Главное, чтобы вот эти вот, понимаешь, они под ногами путаются, и они на себя отвлекают бомбу. Наконец-то. Ага, и вот, наверное, куда мы можем заплыть, правильно? Чтобы там выплыть. Нет, смотри, здесь мы не можем. Нифига. А в чем тогда прикол? Ладно, попробуем еще вот так вот сейчас. Давай, валим, валим, валим. Да, блин. Заколебали. Давай, давай. Вот, реально, вот Бэтмен же вроде тут главный герой, правильно? Даже игра называется Лего Бэтмен. Почему у него лодка такое говнище лютейшее? Почему все остальное здесь в разы лучше, чем именно его бэтлодка? Заколебете. А, подожди, может туда надо под лодкой пингвина проплыть? Что-то я об этом не подумал. Да, прикинь. Что я реально об этом не подумал, ладно. Поплыли дальше. Так, еще две стрелки должно быть, по идее, правильно? Три, три, потому что у нас красного кирпичка еще нет. Я ж нигде не пропустил, правильно? Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, но больше я нигде ничего не вижу. Скорее всего. Сейчас надо активировать вот эти вот стеночки, и вон там будет последняя. Давай, на финальном этапе. Ага. Все, и когда мы туда заедем, вон там будет финальный этап, и там, скорее всего, будет еще три стрелки, но это многовато. Для одного раза. Так, и третья, ага, вижу. Последняя у нас есть возле самих ворот, вот тут. Ага. Так, сейчас разворачиваться надо, тут лучше поменять на Робина, хорошо. Его управляемость адекватная хотя бы. Да, тут три стрелочки есть, вот здесь почему-то показывается. Что здесь? А, это аж там, все, понял. Это не здесь, это там. Так, нет, убери это говно. Так, ну, здесь как будто бы Робин должен скинуть маленькую бомбочку, но как бы и нет. Так, а где вообще стрелочки все белые? Они как будто бы все прям вон там находятся. А что мне тут делать надо? Так, ну давай возьмем Бэтмена. И бомбой попробуем. Ты заколебешь, слушай. Ну на, мудак. Сам да выпендрился. Ой, только не надо этими пингвинами своими пугать. Давай так. Так, как так-то, а? Вот нахер вон тот вылез вообще. Ага. Хорошо, с этой стороны тоже есть. Нет-нет-нет, не лезьте ко мне. Давай-давай-давай-давай. Долетай. Вел этот мудак зеленый, прям подтолкнул идеально прям. Подожди, а как нам все равно туда добраться? Ты затрахаешь, слушай. Ну туда вот добраться. Вдруг мы сейчас просто миссию случайно завершим и все. Давай так. Но это явно не то. Да, мы скорее всего сейчас просто лодку уничтожим и все, и нахер оно нам надо вот такое вот. Так, это явно не то. Так, и что? И каким образом теперь добивать надо? Ха. Так, ну подожди, мы попробовали Бэтменом правильно это сделать? Так, подожди, давай-ка еще раз, смотри, берем мы этот хвост. Закидываем сюда, но это вообще ничего толку. Там я видел еще одна цель появилась, вот-вот-вот. А, нет, это просто показалось, ладно. Ха. И чё ж тогда ты хочешь? Давай еще раз попробуем бомбочкой туда закинуть. Ну, опять же, я сомневаюсь, что здесь пингвин подойдет. Да, видишь, потому что они не подходят. Так, туда-назад мы выплыть тоже не можем.
А, вон вижу сзади, надо попасть. Я сомневаюсь, что она просто уплывет туда. Мы сможем пройти туда. Потому что, по-моему, там вообще не открывалась эта часть. Давай так. Вот так, давай, попали, отлично. По-моему, мы ее сейчас просто нахер разнесем и все. Может, какой-то определенный персонаж туда нужен или что? Чтобы вот это вот сломать. Да, заколебете. Нет, смотри. Вот я думаю, может, этих мини-пингвинчиков надо поуничтожать, нет? Нет, вообще нет. Как тогда нам туда попасть? Так, я вижу, вон, прям бочонки вижу, и я прям отлично помню, что туда мы не попадали ни разу. Может, тот скрипт, реально этот вонючий, вот сейчас типа появился, да-да-да, что мы теперь можем использовать. Нифига, а если мы именно пингвина используем, не? Вот смотри, там такое ощущение, что именно пингвинчики нужны. Да. Прикинь, если реально пингвины нужны. Ну да, как по мне, просто у Бузки поступок. Нет? Если у Робина и пингвина абсолютно одинаковые снаряды, нахер вы их разделяете? Давай, нырнули. Вынырнули. Здесь у нас что, кислота? Подожди, ага. Вот этот может проплыть. Я проплыть-то он может, конечно, от этого ноль толку просто. Ладно. Тут, допустим, нам нужен Бэтмен. Где он там, ага? Теперь главное, чтобы эти уроды мне просто не мешали. Давай, давай. Нет. Чуть не задел. Давай, так. Примагнитилось, ты видел? Неплохо. Давай, собираем тоже бочонок и сейчас возвращаемся за красным кирпичком, я так понимаю. Давай так, хорошо. Давай-ка вот так вот развернемся сначала и вот попробуем Робином. Так, ну я по всем попал. Ага, вон вижу даже, падай. Ну, тоже не сказать, что прям сложно было, правильно? Все, мы все собрали. Да, мы все собрали. Пошли в убежище, сохранить, выйти. И у нас есть быстрое строительство, правильно? В магазин сейчас. Давай и в целом купим, я не знаю. Бронирование? Зачем, это костюм? Или неуязвимость имеет в виду? Экстра. Это прям важно. Если прям экстра неуязвимость, то это прям вообще шикарная, слушай, штука. Она нам прям нужна. Прям очень сильно. Так, и допустим, экстра бронирование, это... Нет. Все-таки нет, бронирование это все-таки костюм. Ну ладно, давай в целом купим, хотя это говно абсолютно бесполезное. Вроде как X8, а не особо-то заметно монеты умножаются. Ладно, побежали. Так. Может, какой-то определенный костюм, но я не помню, там у нас костюм бронирования. Так, персонажи экстра. Сначала купим... Где он там? Это что там? Каток нам не надо. Где там? Вот. Мега-постройка пускай, ладно. Это ускоренное строительство. И персонажи. Нет, это не то. Костюм нам даже. Ага. Неуязвимые костюмы, не знаю, пускай будет. Хотя, мне кажется, это тоже херня, как и абсолютно любые тут костюмы. Ладно. Давай пока остановимся на этом. На этом все. Ссылки в описании, пишите в комментариях, поставьте лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.